Приветствую вас на моем канале Logic Capital. Сегодня мы с вами поговорим о проекте Kaif Network. Да? Собственно, давайте сегодня я вам расскажу о том, какие задания в роли амбассадора вы можете делать, в роли участника, как проявлять активность в проекте, да? Тем самым зарабатывая себе определенное количество поинтов, да, и, возможно, у вас получится даже получить какие-то реварды. Расскажу о пуле, расскажу о заданиях, расскажу о кошельке, как все это подсоединить и чем можно заниматься в данный момент. Да? Давайте начнем вообще, что такое Kaif Network. Это децентрализованный протокол архивированных данных, то есть пока тот самый протокол нового поколения, который стандартизирует, валидирует и хранит потоки большого количества данных. Собственно, да, по данным официальный сайт, мы как раз-таки видим эту технологию, да, которая состоит там из двух основных составляющих, да, там, из пула валидатора. Вот, собственно, для того, чтобы выполнять какие-то социальные задания, да, какой-то контент-мейкинг там и так далее, вам потребуется кошелек, да. Ссылочку я оставлю под роликом. Да, проходите в расширение, скачиваете его, делаете себе аккаунт, да, там, сохраняете свою сет-фразу и переходите на сайт. Да, попадая на сайт, вам нужно будет приконнектить свой кошелек, это будет в правом верхнем углу, и тем самым перейти в сеть Карелия. Да. У вас будет так же, как у меня в данный момент, нулевое количество токенов, то есть нулевой баланс, да, как это исправить, что вообще лучше в самом начале сделать. Давайте покажу и расскажу, да. Переходим во вкладочку Faucet, и дальше вам нужно нажать на Share on Twitter. Вас перекинет в Twitter и сразу предложат сделать пост с определенным набором символов, да. Вы нажимаете публикацию и копируете ту самую ссылку, тот самый твит, который вы автоматически опубликовали. И тем самым вы автоматически подвязываете твиттер к крану. И в определенный период времени вам будут начислены вот эти самые токены. И нажимаете Claim Your Tokens и проходите капчу, и все. Дальше вам нужно будет... Также вы можете получить эти тестовые токены через Discord. То есть вы нажимаете Join Discord. Переходите во вкладочку Faucet, копируете ваше сообщение и вставляете ваше сообщение. Да. Соответственно, если это делать можно, это можно делать раз в 24 часа. Я это уже вот делал недавно, поэтому мне бот автоматически говорит подождать. И дальше вам нужно прокрутить барабан, и за это вы тоже получите какое-то количество токенов Kaif Network от 1 до 10. Это также можно делать раз в сутки. Да. Что, собственно, по заданиям, по социальным движениям там, и созданию контента. Переходим в вкладочку Task, то есть задания, и видим, что здесь предлагаются различные задания. Голосование, стейкинг, это вот после того, как вы получите тестовые токены, вы можете стейкать их в какой-то из сетей. Дальше вы можете поработать с Твиттером, подписаться, лайкнуть, сделать ретвит, да. И так далее. Контент. Раньше было немножко другое количество там видео, и, ну, это не так важно. Сейчас можно сделать два видео-туториала, два видео, да, типа интро, сделать 5 мемов и пояснительного контента. Тоже два видео можете сделать. Да. Собственно, сейчас вот здесь вот потом появится, сегодня должна появиться 13 мая, ссылочка, куда это все можно прикреплять и сдавать на проверку. Также не забывайте, что нужно будет прикрепить свой кошелек, да, то есть если это видео, то в описании, там, если это твит, то где-то в комментариях, чтобы вам могли начислить те самые токены. Да? Здесь мы можем посмотреть, кому и что было зачислено. Вот. Также можно посмотреть на лидерборд, кто сейчас впереди, у кого самое большое количество токенов. И так далее. Faucet User.
И сегодня открывается, значит, сдача заданий. Сегодня вы сможете уже и свои подготовленные работы добавлять в задания, и они будут уходить на ручную проверку. Да? Таким образом, вы можете зарабатывать, да, токены проекта, поинты проекта, Hive Network. Тем самым и зарабатывая себе какие-то реварды, и тем самым помогая проекту. Да? Что касаемо вообще ревардов, там и так далее. Награды будут разделены на два пула. Будет пул А, это топ-5000 лидерборда. Топ-5000 лидерборда. И пул Б, это разделит топ-10000 лидерборда. Это от первого до 10-го, до 10-тысячного места. А вообще, то общего токена, ой, от общего количества пула выделено 2% токенов. Это 20 миллионов на эти два пула, то есть на ребят, которые занимаются, да, там, с амбассадорками, да, там, социальным продвижением и так далее. Поэтому, в принципе, считаю, что у каждого есть шанс, каждый может помочь проекту и за это получить, да, какой-то ревардик. Поэтому, надеюсь, было понятно и интересно. До новых встреч!